обычная жизнь. Да, безработица. Да, нету здоровья, у нас все отнято. У нас нету здоровья, у нас нету денег, у нас нету даже молодости. И дни наши сочтены. Единственное, что осталось сегодня у териберчанина, это ивоная вера. Вот веру никто у нас не отнимет. В эти сказки я не верю. У нас в Териберке, кроме моря, ничего нет. Ничего не будет. Потому что было столько уже этих, и столько уже обещали. Просто уже люди абсолютно не верят. Если бы хоть кто-то что-то бы сделал, вот, ну вот, раз, дать работу, чего нужно сделать? Все. Дать работу, дать работу. Нищему нужно показать, как зарабатывать деньги, а не давать ему хлеб. Как только он научится сам зарабатывать хлеб, он перестанет быть нищим и голодным. А как только, если ему давать поставить хлеб, он всегда будет нищим. Нам нужна помощь, да, возможно, нам нужен толчок или пинок, это как посмотреть. А помогать постоянно, что-то давать в руки готовое, нет, это не та ситуация. Научите нас. Все, вот так вот. Могу уехать хоть сегодня, но не поеду. Да потому что здесь воздух чистый, морской. У нас тут красота. Вот в этой красоте я родился, в этой красоте и умру. Вон там у нас на том берегу кладбище, вот там на берегу моря, оно будет спокойно. Все время чистый воздух и море. Шум моря, вот он как успокаивает. Так или не так?